Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Игорь Васильев пообещал Путину 1 000 000 тонн молока в год. На встрече с президентом в минувшую субботу в Рио губернатор заявил, что область ставит для себя такую задачу. 1 000 000 тонн молока в год – это почти в два раза больше, чем, по данным статистики, было произведено в прошлом году. Как отмечает издание «Навигатор», Кировская область – не единственный регион, который поставил перед собой такую цель. Похожая программа уже несколько лет действует в Удмуртии. Специалисты утверждают, что цель достижимая, но потребуется для этого 8-10 лет, а также строительство новых ферм и миллиардные инвестиции. Программа «Экономика». Доходы бюджета Кирова выросли на 200 миллионов. Городской администрации это связывает в основном с повышением налоговой дисциплины и отмечают рост поступлений из бюджетов другого уровня. Как сообщает городской департамент финансов, по предварительной оценке, с января по июль в казну поступило 5 700 000 000 рублей. Большая часть – перечисления из федерального и областного бюджетов, более 40%. А также налог на доходы физлиц – это четверть кировской казны. Экономика на 101 FM. Правительство и БХЗ договорились о развитии биотехнологического кластера. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Кировской области, Кировским биохимическим заводом и ООО «Восток». В рамках соглашения предполагается развитие производства на предприятии «Восток», в том числе по выпуску шприцев, производству фармацевтической продукции и ферментных препаратов для нужд сельского хозяйства, химической и спиртовой продукции. По словам врио-губернатора, речь идет о привлечении более 1 000 000 000 рублей инвестиций. В поселке Восточное Мутнинского района планируется создать порядка 400 новых рабочих мест, а налоговые поступления составят несколько сотен миллионов рублей за 3 года. Также биохимзавод обязуется провести реконструкцию очистных сооружений, расположенных на промплощадке предприятия. В завершение валютах. Доллар на сегодня 60 рублей 6 копеек, курс евро 70.84. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.